А теперь очистите разум и без эмоций. Скоро ты вернешься в Хогвартс. Может, перед школой ты хотел бы провести какое-то время со своими друзьями? Скажи Артуру, когда захочешь уехать. Гарри, осторожнее. Тонкс, а как это быть мракоборцем? После Хогвартса я хочу им стать. Это тяжелый, но благородный труд. Должна предупредить, чтобы стать мракоборцем, тебе придется много учиться. А как это быть метаморфом? Тебе ведь иногда хочется скрыть свой шрам. Нелегко быть особенным, верно? Метаморфов мало, мы такими рождаемся. Гарри, как дела? Хорошо. Наверное, тяжело было смотреть на то, что случилось с мистером Уизли. К счастью, ты нас предупредил. Иначе все могло закончиться куда печальнее. Почему Снег ненавидит моего отца? Твой отец и Снег никогда не ладили. Так бывает. Снег старался ужалить Джеймса посильнее, а Джеймс тоже не оставался в долгу. Понимаешь? Гарри, как дела? Хорошо. Джинни, ты куда? Кикимер прячет вещи, чтобы мы их не выбросили. Мама просила посмотреть, не забыли ли мы чего. Только осторожно, в этом доме есть очень опасные штуки. Интересно, что еще можно найти в этом доме? Вингардиум Левиоса! Смотри! Не открывается. Посмотрим, что там еще. Депульсо! Что это за книга? Природная знать. Родословная волшебников. Природная знать? А получше что-нибудь есть? Спать хочется. Гарри, осторожнее. Посмотрим, что там еще. Вингардиум Левиоса. Орден Мерлина первого класса. Это награда дедушки Сириуса. Сириус говорил, что его дед передал министерству кучу золота. Вот странно. Родственники Сириуса вели себя как Люциус Малфой. Люциус Малфой женат на Нарциссе Блэк. Это значит, что Драко тоже родственник Сириуса. Неудивительно, что Сириус не желает с ними знаться. Спасибо, Гарри. Как будто все. Мне пора собираться. Пока. Отнесу это маме и пойду собираться. Вингардиум Левиоса!
благороднейшее и древнейшее семейство Блэков. Лестрендж? Они в Азкабане. Я тоже тут был, пока мамаша меня не доконала. Я их ненавидел и сбежал к твоему отцу. Ты не видел Кикимера? Куда-то он запропастился. А он не мог просто сбежать? Он может шипеть на меня, но разрешение просить обязан. Рыскает где-нибудь поблизости. Пойду поищу его. Кикимер должен быть где-то здесь. Захочешь уйти? Скажи Артуру. Прости, Букли, я не могу тебя выпустить. Дамблдор запретил выпускать сов. Депульсо! Акцо! Ты не видел Кикимера? Я хочу отдать ему рождественский подарок. Нет, не видел. Привет. Гарри, слушай, по поводу отца... Знаю, мне очень жаль. Жаль? Ты спас ему жизнь. Не уверен. Может... Может, это сделал именно я? Быть того не может. Гермиона всегда говорит, что Хогвартс нельзя покинуть магическим путем. Так что ты ни при чем. А что делал твой отец, когда на него напали? Фред и Джордж подслушали его разговор. Он сказал, что охранял что-то в министерстве. Может, то самое оружие? Ты не видел Кикимера? Нет, не видел. Как вы, мистер Уизли? Прекрасно, Гарри. Больница Святого Мунга – интересное место. Целители-стажеры показали мне старые лекарства маглов. А ты знаешь, что они зашивают открытые раны? Это потрясающе. Расскажите, что с вами случилось? Все просто. Я устал за день, задремал. Змея подкралась и укусила меня. Ты уже готов вернуться в школу? Ну, я готов. Ты должен поговорить с Сириусом. Он тебя ждет в гостиной. Отнесу это маме и пойду собираться. Если бы только госпожа знала, какая дрянь развелась в ее доме, это разбило бы ей сердце. У моей матери не было сердца. Иди отсюда, Кикимер. Как пожелает хозяин. Гаденыш.
Ну что, пора возвращаться в Хогвартс? Вечно приходится прощаться. Ничего, все изменится. Ты хороший парень, Гарри. Гарри, это Хагрид, он вернулся. Хагрид, где ты был все это время? Ну это так просто не объяснишь. Хагрид, что происходит? Я не могу уйти, не рассказав о нем. О ком? О нем? Я не могу его бросить, понимаешь? Это мой брат, Грох. Ну, наполовину брат. Грох, познакомься с Гермионой. Герми! Послушай, Гарри, а тебе не пора в кабинет к Снегу? По-моему, у тебя очередной урок окклюменции. Спасибо, что напомнил. Я позову всех остальных на собрание отряда. Встречу вас после урока. Привет, Гарри! Акция! А тебе не пора в кабинет Снега? Скорее бы перейти на третий курс. Тогда-то мы будем учить настоящие заклинания. Привет! Советник. Нет, извини. Привет, Гарри! Осторожно, он бежит. Мясо с подливкой. Вкусно. Можно мне пройти? Неужто никто не скажет тебе пароль? Бедный Поттер, никто тебя не любит. Да, я, конечно, не из Слизерина. И значит, никто не скажет тебе пароль, да? Можно мне пройти? Без пароля не пройдешь. Ты что, плакать собрался? Можно мне пройти? Неужто никто? Ты же любишь тайны! Я столько хочу тебе показать, Гарри! Мне это нравится! Я пройду мимо кого угодно! У нас зельеварение. Мы опоздаем. Нет, если пройдем по тайному коридору у входа в подвал, то успеем вовремя. Ты знаешь пароль? Конечно. Никто, кроме слизеринцев, его не знает. А ты хорошо помнишь пароль? Конечно. Главное, чтобы никто не подслушал, когда мы туда пойдем. Проклятые дети! Ой! Эй, вот и мы. Пароль? Слизеринцы лучше всех. Проходите, слизеринцы, затайте этим грязнокровкам. Слизеринцы лучше всех? Вот еще. Теперь я знаю ваш пароль. Дети должны быть на виду. Раз. И молчать. Два.
Слизеринцы лучше всех. Что? Ха, не настолько вы лучше всех, в конце концов. Слизеринцы лучше всех. Это вряд ли. Я не впустила бы тебя, Поттер. Но я должна. Профессор Снэк наконец увидит, что Поттер просто тупой болван. Ведите себя тихо. Поттер, вы опоздали. Войдите. Поттер, в чем дело? Я только что догадался. Что там за дверь в отделе тайн? Что? Я ведь ее уже видел, когда был на слушании моего дела. Мне она снилась. Волан-де-Морт думал о ней. Что же такое за этой дверью? В отделе тайн, Поттер, много такого, чего вам не понять. И кроме того, решительно ничего из этого вас не касается. Надеюсь, я понятно объясняю? Но... Урок окончен. Привет, Гарри. Все уже собрались в выручай комнате, ждем только тебя. Хорошо. По-моему, дела в отряде идут как нельзя лучше. Мы уже многое умеем. Слизеринцы лучше всех. Это вряд ли. Я не впустила бы тебя, Поттер. Но я должна. Ведите себя тихо. Как прошел урок окклюменции? Спасибо, нормально. Пароль? Лживый прохвост. Гарри, моя тетя говорит, что ты можешь вызвать Патронуса. Это правда? Да, оленя. Чтоб не провалиться! Впервые слышу. Почему бы тебе не научить нас вызову Патронуса? Хорошо. Для вызова сильного Патронуса вы должны вспомнить о самом лучшем моменте в жизни. А теперь повторяйте за мной. Экспекто Патронум! Это Амбридж! Как она нас нашла? Неважно! Бежим! Гарри! Чего ты ждешь? Беги! Попался, Поттер! Молодец, Драко! Молодец! 50 очков Слизерину! Я заберу его отсюда! Гарри, мне очень жаль! Что ж, игра окончена. Вы хотите получить письменное признание? Профессор, нет! Не кричи, Гарри! Я приказал ему создать эту организацию, и за все, что связано с ней, отвечаю я! Но, боюсь, я вовсе не собираюсь идти с вами по-хорошему.
исцеляющая шляпа направила меня в Слизерин. Гарри! Что такое? Они пришли за Хагридом. Волшебники из министерства и Амбридж. Что? С ним все в порядке? Хагрид сбежал, но профессор МакГонагал помогала ему. Она ранена. Мы должны что-то сделать. Надо сходить в хижину у Хагрида. Вдруг там остались доказательства того, что он помогал Дамблдору с великанами.